10-11 января в Удомле проходил турнир по футбольному фристайлу «Удомля Фристайл Опен». В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Украины и Беларуси. Кроме основного турнира состоялись состязания и в дополнительных дисциплинах. Футбольным фристайлом называют искусство жонглировать футбольным мячом, используя для этого всевозможные части тела. Футбольный фристайл – это не просто увлечение. В этом виде спорта есть несколько дисциплин со своими правилами и уставом. Сегодня футбольный фристайл можно смело считать культурой. В России начало футбольному фристайлу было положено в 2004 году, а свое активное развитие футбольный фристайл получил в 2006 году благодаря новым лицам, влившимся в движение. Главным стимулятором развития этого вида спорта у каждого участника стали видеоролики, где знаменитые футболисты исполняют разнообразные трюки. А также легендарное видео Суфиана Тузани, снятое в 2003 году. В этом видео Тузани демонстрирует трюки разных дисциплин, показывает комбо, то есть делает трюки один за другим. На сегодняшний день отечественные фристайлеры имеют большой вес на мировой арене футбольного фристайла. За плечами ребят складируются мировые рекорды, установленные практически во всех дисциплинах.